моя.
Леша, а мы вот с тобой на сцене. Вдвоем? Вдвоем. А еще есть группа такая, называется «Чай»? Вдвоем. А следующая песня у нас какая? Вдвоем, в исполнении Полины Бычковой и Артема Калмыкова. Thank you.
Если любовь, если любовь.
Ну, к следующему номеру мы, к сожалению, подводку не придумали. Поэтому просто встречайте Юлия Волоснова, Гаучо. Женщина с нами, когда мы зарождаемся. Женщина с нами в последний наш час. Женщина знамя, когда мы сражаемся. Женщина – радость раскрывшийся глаз. Первая наша влюбленность и счастье. В лучшем стремлении – первый привет. В битве за право – огонь соучастия. Женщина – музыка. Женщина – свет. Thank you.
Thank you.
Следующий номер в исполнении танцевального коллектива «Дельфи» – «Танец счастья». Встречайте! Известно, что русский язык велик и могуч, но как все-таки невероятно трудно найти те слова, которые могли бы в полной мере выразить все наше уважение и любовь к вам. В таком случае предлагаю обратиться за помощью к нашим иностранным обучающимся, ведь они-то уж точно найдут нужные слова. Con sus alas.
mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, agua caliente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi morena de mi corazón. Ay, 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 mi morena de mi corazón. Нашим женщинам все по плечу. Изобретения, почины, рекорды. Мы знаем, какая ответственность лежит на их крупных плечах. Ведь больше половины работающих в нашей стране женщины. Наши милые, красивые, ласковые, мы низко кланяемся вам и дарим все цветы на планете. И, конечно же, свое сердце. Я одно лишь только я дарю.
наш концерт завершается. Милые дамы, желаем вам счастья, много-много любви и душевной гармонии. Но на этом мы с вами не прощаемся, а говорим до новых встреч! Мужчина, а самое главное предназначение каждого из них в нашей с вами жизни. Спасибо.